Народ, привет! Вчера мой друг, живущий в Чехии, написал, что у него ощущение, что я живу в каком-то бункере, вообще не понимаю, не интересуюсь, что в мире происходит. Ну, в смысле, что все вокруг только и твердят про Украину, одни там «Россия, вперед!», другие там «Героям слава, слава Украине!». Ну, как минимум, с моей стороны, типа, надо было там свою аватарку в Фейсбуке окрасить цвета украинского флага в знак поддержки, ну, и писать там «Путин хуйло» или что-нибудь такое. Ну, слушайте, честно говоря, я ничего не имею против людей, которые это делают, это личное дело каждого, просто я считаю, что это пустое, то есть, ну да, там заявить какую-то солидарность, ну, просто, ну, не знаю, я человек дела, то есть, я встал, пошел, сделал, ну, как бы вот просто так, чего-то там вот... какие-то эмоции, я в этом не вижу смысла. Там можно пойти сдавать кровь, можно поехать воевать на фронт, если вы там гражданин Украины, можно предпринимать какие-то там информационные попытки, чтобы рассказать всему миру о том, что там происходит. Скажем, мои друзья в Киеве и во Львове сейчас на информационном поле очень активны, на английском языке, они работают на многих международных площадках. Можно их... осуждать, можно их поддерживать, это не имеет значения, но люди что-то делают. Кстати, я заметил интересную вещь, что те люди, которые прям реально рвут за Украину, вот у них, наверное, нет времени там вот, значит, флажки Украины выставлять в свои аватарки. Но я ничего не говорю, то есть я считаю, что да, даже аватарка это поддержка, но просто мне это не интересно. Так вот, ладно, вернемся к теме разговора, я сейчас вам расскажу реально прикольную вещь, вам понравится. Короче говоря, мне всегда было приятно читать людей, которые даже в самые трудные моменты, самые трагические моменты, они живут, знаете, на своей волне. То есть ничто не может их сбить с пути, который они избрали. Бывает, вот листаешь ленту, то есть, знаете, чернуха идет, грязь, убийство, фейки, грызня какая-то в интернете. И вдруг, знаете, какой-то вот яркий лучик света, какой-то удивительный человек, вот словно отделенный от нашего мира, какой-то невидимой прозрачной стеной, говорит о красоте, о природе, о любви, о сексе, да конец. Вот не чтобы репостить всякую чернуху, там, хохлы, Путин, да, то есть, то с той стороны, то с другой. А нет. А он говорит о чем-то прекрасном. И он это делает не потому, чтобы наплевать на то, что происходит в мире, а он просто не хочет быть частью этой большой грязной игры. Короче, мой бункер, так сказать, ну, мой приятель, да, то, что упомянул, что я словно в бункере живу. Так вот, мой голос из бункера. Мне вспомнилось, как мы с моим другом Даичи Йошидой, японским художником, с которым познакомились в следственном изоляторе Володарка в Белоруссии, перед тем, как меня отправляли в Азербайджан за поездку в Карабах. Он там находился совершенно по беспределу. Человек возвращался из Украины со своей выставки, а он еще коллекционер оружия. И он там купил на Крещатике в Киеве затвор от какого-то старинного ружья, получил разрешение... Министерство культуры Украины, украинской таможни, но рейс летел как-то через Беларусь. Там его просто взяли, арестовали, сказали, нам наплевать на украинские документы. И дали ему 4 года тюрьмы. Но он отсидел 2, и потом совершенно разбитый, больной, был помилован этим бульбашенфюрером Лукашенко. Вот, когда мы с ним были в камере, мы с ним договорились, что когда мы вырвемся из этого ада, мы обязательно встретимся в Токио, он живет в Токио, встретимся в Токио. И будем гулять по этому городу прекрасному, экзотическому. И мы сходим в такое интересное место, которое называется Рабохотеру. Знаете, что такое Рабохотеру? Это японский дом любви. Ну, мы, конечно, не вдвоем с ним сходим. То есть я уважаю и люблю своего японского друга, но не до такой степени, что с ним вдвоем ходить в дом любви. Естественно, что значит, мы там были с девушками с японскими и не только с японскими. Вообще, лично я думаю, что познание Японии не будет полным, если хотя бы раз вы в таком месте не побывали. Это абсолютно не бордель. Там нет ни проституток, ни наркотиков. Это не секс за деньги. Нет, это совершенно не это. Вы погуглите в интернете, напишите «Рабохотеру». А то мне просто очень долго надо будет объяснять, что это такое. Короче, я там был в роли заключенного, скажем так, красавица, в роли полицейского. Кто там был в каких других ролях, я упоминать не буду, это, скажем, вопрос личный каждого, но это все было прикольно. Короче, когда вы туда приходите, в такое место, то вам предлагается каталоги сексуальных нарядов на ваш взгляд и вкус. Можете переодеться в медсестру, полицейского, клоуна, не знаю, какого-то проводчика. Можете в Ильхам Алиева переодеться, да? А некоторые наряды у европейцев вызовут смех, некоторые удивления. Ну, короче, ребят,
Я вам сейчас это все покажу. Ну вот взгляните, у меня несколько фотографий оттуда есть, не так много. Но общая картина вам будет понятна. Пожалуйста. Надеюсь, я вас хоть немножко развеселил в эти трудные дни. Пусть у вас будет хороший день, всего хорошего, приятных выходных.